В этот вечер Одинцовский центр хоккея и фигурного катания преобразился до неузнаваемости. Атмосфера любви, дружбы и романтики на протяжении нескольких часов царила на катке. Открыла необычный вечер своим выступлением 10-летняя фигуристка Дарья Лобода. Любителей прокатиться на коньках, зарядиться бодрым настроением и просто отдохнуть оказалось немало. По словам организаторов, с каждым годом лавкаток привлекает все больше молодежи. Здесь можно не только хорошо провести время, но и встретить свою вторую половинку. Мероприятие приурочено к 14 февраля, Дню всех влюбленных. И так как это зима, мы делаем это мероприятие на льду. И надеемся с каждым годом все улучшать и улучшать данное мероприятие. Надеемся, что в следующем году оно у нас станет у нас очень крупное, и мы соберем на большой арене около 500 человек. Яркий праздничный вечер сопровождался зажигательной музыкой, а для входа на лавкаток был введен особый дресс-код. Главным условием для того, чтобы попасть на каток абсолютно бесплатно, а также принять участие в увлекательных конкурсах, является красный элемент одежды или любой другой аксессуар такого цвета. В моем случае это красный шарф. Гости акции могли принять участие и в разнообразных конкурсах, которые проводились в центре катка. Самые удачливые получили подарочные сертификаты от спонсоров вечера. Многие считают, что такие мероприятия не только дарят море эмоций и приятные знакомства, но и воспитывают у современной молодежи любовь к спорту. Настроение очень здоровское. Ребята молодцы, что такое организовали. Очень классно, позитивно. И радостно видеть столько людей, молодежи, которые проводят досуг с пользой для здоровья, весело. В такой компании очень классно. В этот вечер полный романтики и любви хотелось делиться своими эмоциями. Хочу поздравить вас с днем Валентина, всех влюбленных! Одинцова forever! Мы вас поздравляем, да, поздравляем с наступающим праздником. Желаю вам счастья, любви. Ходите на каток вместе. Желаем всем одинцовцам побольше любви. Заботы, внимания любимым своим. Все позитивно, все супер организовано, так что праздник удался. Ну а на память все желающие могли сфотографироваться вместе с купидонами, а потом запостить модное селфи в социальные сети. Анна Пряхина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».